Всем здравствуйте! Представляю Розу Ангелу. Съемка от 30 июня. Это Восток Подмосковья. Моя роза посажена в сентябре 2022 года. Две зимы перезимовала просто прекрасно и на ура, сохранив все побеги. Роза ничем за это время у меня не болела. Она прекрасно распушилась, дает массу побегов. И вообще надо сказать, что здесь два куста, которые я, наверное, купила от жадности. Буду куст отсаживать. Роза имеет прекрасные, очаровательные цветочки. Они чашеобразной формы и цветут такими кипами. Надо отметить, что эта роза цветет практически непрерывно до конца сезона, выпускает новые побеги, которые заканчиваются массой бутонов. Вот такая красавица, даже сказала бы сокровище, растет у меня в саду. Она непременно привлекает внимание своим пышным цветением, обильным цветением. Единственный недостаток – роза практически не пахнет, но это нисколечко не умаляет ее достоинств. Роза Ангела. Просто чудо.